Бассейн, повисший над обрывом, редкое зрелище в Калифорнии. Проливным дождем так размыло грунт, что сошел оползень, а с ним съехала вниз половина двора. Новые ливни в штат принесла атмосферная река, уже 11-я за сезон. В этом сезоне очень много дождей, и, думаю, они еще не закончились. В Портервилле отдали приказ об эвакуации. На реке Туле прорвало плотину. Эту улицу затопило за 15 минут. Люди просто не успели ничего спасти, даже кошек оставили дома. Я потеряла все, что было. Там живет мой 86-летний отец, и он тоже потерял все. Нас не предупредили о бедствии, и не было времени вывести вещи. Все случилось очень быстро. Ничего нельзя было поделать. Мы расстроены. Сейчас люди пытаются забрать из дома то, что еще можно. Мы больше не можем сюда вернуться и здесь жить. Нам придется смириться с потерями. Все случилось неожиданно. Надеюсь, в доме еще можно что-то спасти. А потом надо просто жить дальше. Атмосферная река обрушила на Калифорнию ливни, а также сильный ветер с порывами до 113 км в час. Он выбивал в домах окна и валил деревья. 27 тысяч человек были эвакуированы из-за риска наводнений и оползней. В северном и центральном районах штата без электроэнергии остались более 300 тысяч человек. Синоптики обещают только небольшую передышку. По прогнозам, на следующей неделе в Калифорнию снова придет атмосферная река. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.